атмосферу именно тех соревнований. Но я уверен, что многие любители спорта и не видели этих кадров. Поэтому посмотрим, что же в итоге произошло. Юрий Варданян заказывает 177,5 килограмм. Это вес на 1,5 килограмма превышает мировой рекорд Благоя Благоева. А что самое главное, идет в зачет двоеборья. В зачет двоеборья идут веса только кратные 2,5 килограммам. То есть никакого смысла не было 160, 176,5 или 177 поднимать. Только 177,5. Но это был колоссальный риск. Да, плюс 1,5 килограмма к мировому рекорду. Всего последний подход остается. И тишина в зале. 5000 зрителей. Битком, дворец спорта тяжелой атлетики. Вот. Вот он. Победный. Есть подход, мировой рекорд. Да. Есть победа в рывке в первом упражнении. Вроде бы нельзя сказать, что спортсмен легко поднял вес. Но он его поднял очень технично, на пределе своих возможностей. И в итоге... И в итоге во втором